Зрителям, подписчикам, доброе утро. Сегодня будем собирать теплицу легенды 2,5 на 6. Под стекло будет стеклянная перегородка, будет две двери, будет два форточных блока и система подвязки. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к сборке. Каркас теплицы поставили. Закрепили к основанию, к бетонному, установили отливы. Обшили стеклом перегородку. Теперь можно крыть теплицу, стены, крышу стеклом. Начался монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 2,5 на 6. Двери алюминиевые, по торцам у нас стоят, перегородка посередине, стеклянная, глухая, форточный блок в каждом отсеке на термоприводах. Система подвязки расположена над грядками по две нитки. Также с диагональными усилителями для большей жесткости каркаса. Каркас у нас сделан из трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит на бетоне, закреплен с помощью анкеров, снизу отлив. Трехгранный красивый отлив. Стекло 4 мм, держится с помощью профиля системы, база, крышка. Вот такая отличная, красивая, прозрачная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.